24 октября в Международном центре «Крокус-экспо» вновь открылась выставка «Красивые дома», успевшая за многие годы стать значимым и долгожданным событием для участников строительно-архитектурного бизнеса и тех, кто мечтает сделать свой дом уютным и функциональным. В этом году более 10 региональных стендов федеральной поддержкой. Тверская, Архангельская, Вологодская, Кировская и так далее. Очень много областей поверили в нас и приехали на эту выставку и показывают достижения своих регионов. Мероприятие собрало лучших архитекторов и строителей, дизайнеров, производителей авторской мебели и эксклюзивных предметов интерьера. Можем практически все. Мы ограничены только законами физики. Больше ничем. Мы работаем и с металлом, и с деревом, и с камнем, и со стеклом, если надо. Мастера, приехавшие из разных городов России, представили гостям выставки новые разработки и поделились опытом с начинающими коллегами. Мы находимся в творческом поиске от одной работы к другой. Мы стараемся что-то находить новое, интересное, чтобы и заказчик наш смотрел на наши витражи долго-долго. Большое внимание организаторы уделили деловой программе и конкурсам. Участники выставки получили уникальную возможность рассказать о своих достижениях и представить новинки широкому кругу потребителей.